Сейчас из ветки браслет сделаем. Переместимся в другую комнату и напилим нашу ветку на одинаковые брусочки. В заготовках посередине делаем отверстие. Далее обрабатываем все на гриндере и готовим гайки. Далее надеваем бочонки на любую металлическую спицу и обжигаем их. После чего еще раз обрабатываем их. После чего, чередуя гайку и бочонок, собираем браслет. И получаем вот такой браслет.